Слушай, я не знаю, успею я завтра или нет. Ну а ты постарайся. О, смотри, The Amazing Digital Circus. Чё? А, цифровой цирк? Никак не посмотрю его. Падай давай, позырим. Прикольная задумка, да? Ага, с виду безобидный детский мульт. Клоуны какие-то, а так хоррор конкретный. Ага, круть. Ну я пойду, мне надо инглиш делать. Давай, давай, я пойду кофейку выпью. Неправильные глаголы. Алиса, как переводится become? Сдается мне. Become. Это становиться. Спасибо. Нюш, опять ты в моей комнате разгром устроила. Нюш, иди сюда. Дамик, ты чего? Нюшка все это время со мной была. Странно. Показалось, что кто-то носится по комнате. Ты инглиш сделал? Да. Поехали, магаз гоняем. Поехали. Не показалось. Ты это слышал? Да, но это не кошка. Она вниз убежала. Если это не кошка, и кроме нас дома никого нет, то кто там ходит? Хороший вопрос. Пойдем глянем, что ли? Ну, пойдем. Действительно, нет никого. Пап, что это за фигня? Ай, ты слышал это? Звук колокольчиков, я треснул по нему и... Слышал, слышал, как нам увидеть-то его? У меня есть идея, нам нужны верочки. Зачем? Может, через них мы увидим его. Тащи скорее. Чего? Оно подножку мне поставило. Быстрее вставай и беги. Вот они. Одевай скорее. Ну что там? Пап. Ты анимешка. Сам ты анимешка, ты видишь его? Да. Ну и кто это? Помни, стой, я вижу тебя. Видишь? Да, вижу. Помни. Откуда ты знаешь мое имя? Ты персонаж из игры «Удивительный цифровой цирк». Дай-ка я сам посмотрю. Ого! Дамик, ты прикольный! Ну, ты видишь ее? Вижу. Точно, это та девочка, которая попала в цифровой цирк, когда одела очки виртуальной реальности. Дамик, нам нельзя одевать очки, иначе мы тоже станем цифровыми. Помогите мне, я ничего не помню. Нет, нет. Как мы можем помочь тебе? Я не знаю, кто я и что я тут делаю. Я была в очень странном месте, похожем на цирк. Но там не все так ярко и весело, как хотелось бы. Я прошла множество испытаний. Все верно. Ты реально настоящая девушка. Тебе 25 лет, и ты застряла в цифровом цирке. Я человек? Раньше была, да. Проходя испытания, я попадала в бесконечную череду офисных комнат и узнала, что за пределами цирка находится бездна. Бездонная цифровая пустота. То есть выхода из игры нет? Я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Так, надо придумать, как ее вытащить из цифрового мира. Все, кто попадает туда, ничего не помнят. Кажется, у меня есть идея. Чтобы сломать игру, надо сломать ее алгоритм. Что ты предлагаешь? Надо написать записку «Воспоминания» для того, кто следующий отправится в цифровой цирк. А, типа персонаж, который попадет в цирк, достанет записку и прочитает.
узнает ее и все вспомнит? Да, но не факт, что это сработает. Это как один из вариантов. Не попробуем, не узнаем. Дамик, ты что, решил отправиться туда? А есть еще вариант? Ты сам ответил на свой вопрос. Ты сделаешь это ради меня? Я попробую. Спасибо. Пап, включай мультик. Дамик, ты понимаешь, мы лям профукали, лям! Давай уже закроем эту тему! Ты еще здесь? Я благодарю вас, что вы оставили наше появление в вашей реальности в тайне! Наше? Ты сказала наше? Ты что здесь, не одна? Да, мы с моим другом Мэйдом сбежали из Elemental City. Чувствую, нам не избежать катастрофы. Они спалят всю землю. Нет, Уэйд, он из народа воды. Вообще отлично. Сначала все спалят, а потом все затопят нафиг. Да нет же, мы безобидны. Мы не причиним народу земли зла. Так, ну и где твой друг? Он должен найти меня. Я должна оставаться тут. Что, прям тут? У нас дома? Не хотела вас напрягать, но боюсь, что да. Сейчас придет мама с Тимой, и нам с папой тоже придется искать новый дом. Да, если мама тебя увидит, нам крышка. Я буду сидеть тихо и не высовываться. Окей, сиди тут. Ой, Тамик, вечно мы вляпываемся во всякие истории. Это точно, нам везет прям. Так, ладно, надо придумать, что делать. Эмбер, ты слышал это? Что слышал? Ну, голос какой-то. Да не, ничего не слышал. Эмбер, ты тут? Кажется, это с улицы. Эмбер, ты тут? Ты кто такой? Что тебе нужно? Я Уэйд из... Знаем, из Elemental City. Значит, Эмбер у вас? У нас. Надеюсь, тебя никто не видел. Заходи давай быстрее. Нет, никто. Передаю привет Илье и Антоне. Если ты хочешь тоже, чтобы я тебе передал привет, пиши в комментарии. Пап, ну что там? Все, он идет сюда. А где Эмбер? Вы что, меня обманули? Ты тихо. Тут твоя Эмбер. Уэйд, я здесь. Эмбер, наконец-то мы вместе. Еще раз огромное вам спасибо, народ Земли! Мы не забудем, что вы сделали для нас. Да, идите уже быстрее, пока мама не вернулась. Понравилась серия? Ставь лайк и подписывайся на канал Фанни Дарик. Пока-пока!